Не каждый ребенок способен рассказать детский стишок на публике. Именно поэтому телезрителям так запомнился Максим Щенёв, который прославился своей детской непосредственностью. Глядя в глаза ведущему Леониду Якубовичу, Максим с трепетом, но довольно четко рассказал стишок про зайца, который вышел на крыльцо и почесал свое яйцо. Почти каждый знает продолжение этого по-детски пошлого стихотворения. Интересен тот факт, что в России этот момент игры, показанный в эфире декабря 2003 года, был вырезан, а для трансляции в других странах СНГ нет. К примеру, на украинском телеканале 1+1 сюжет с творческим мальчиком вышел в эфир. Из-за этого рейтинги программы «Поле чудес» быстро взлетели до небес. Дальше этот эпизод распространился благодаря интернету. Помнит этот нестандартный эфир и сам Леонид Якубович. В одном из юбилейных выпусков он вспомнил случай с Максимом и с печалью заявил, что в самом начале игра была намного душевнее, а смешные эпизоды случались постоянно. К большому сожалению, судьба мальчика оказалась очень печальна. Известно, что он учился в 22-й школе Орехово-Зуево, а 19 августа 2013 года, катаясь на велосипеде, не справился с управлением и вылетел на проезжую часть, где был большой поток машин. К сожалению, мальчика больше нет с нами, но память о нем до сих пор жива в наших сердцах.